かな。Отдайте дань уважения королю трав и украсьте свои вкусовые рецепторы королевским ароматом на фестивале базилика. Другим новостям, ученые обнаружили поразительную связь между депрессией и недостаточным потреблением пиццы. Наконец, профессор Испиф утверждает, что смерть Пеппер Питти, вероятно, наступила из-за недостатка пиццы. Это всего лишь второй день, но ломтик жизни лепешки демонстрирует непоколебимую решимость. Желание владеть стать мастером-пекарем вдохновило многих местных жителей. Сегодня выпуск заканчивается фактом соли, а давайте послушаем нашу юную вундеркинд в области пиццы. Эй, друзья, царь назад Оль, и у меня есть несколько интересных фактов специально для вас. Что если вы чувствуете запах пиццы из телевизора? В 2013 году популярная сеть пиццерий запустила DVD, который пахнет точно так же, как пицца. Держу пари, что каждый заказал по кусочку после просмотра. Настроюсь на следующий раз больше фактов, коротких, милых, как я. До тех пор продолжайте готовить. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Подожди. Ну да, с интернетом она. И карлики в духовке, полетели растения. Можете ли вы привнести баланс в соус? Я ищу пиццу мира. С уважением к матери земле и ее следующее. Че? Сгруппируйте отдельно ингредиенты, что растут в земле, и те, что висят над почтой. А еще я ненавижу ананас. Что ей надо? Так, сгруппируйте отдельно ингредиенты, что растут в земле, и те, что висят над почтой. Почвой. Что растут в земле и что висят над почтой. Земля. Как растут оливки. Не знаю. Допустим. Добиться преступления, профессор. Рот на вкус, как страдание. Слышь, ты! Грибы и лук растут на земле, в то время как оливки, сладкие перцы, базилик висят над землей. Они висят над землей. Да куда ж мне было знать, что за меня они растут в земле, а не над землей. Грибы и лук. Сладкий перец, оливки. С ингредиентами я почти угадала. Я верю в тебя и предлагаю вам свои местные источники благословенных базилика, лука и грибов. Отстань. О, я верю, что почувствую что-то вкусное. Могу заказать сырную пиццу с соусом песто, пожалуйста. Да, вообще без проблем. Вообще ноль вопросов человека. Да. Да-да, давай, расскажи. Я возьму полностью одетую пиццу и положите соус песто, пожалуйста. Могу ли я получить ее хорошо запеченной? Полностью одетую, это их всего. Рискнем. Рискнем. Нету, деньги впустую. Thank you.
Скажи, что оно. Озвало. Да, я люблю все в этой пицце. Мне нужна пицца со всеми овощами, которые подойдут к моему саду. Ой, положите на это песто. Да, и сделайте ее хорошо запечен. Угу. Овощами. Оливки, это ж не овощи, да? Или овощи? Кто-нибудь скажите мне. Возле растения, правильно? Просто без базилика. Нет, нет, стой! Угу. 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 Закрывайся, давай. Да серьезно, вся начинка с базиликом, что я получу? Люди не ценят пользу базилика. Одну базиликовую, пожалуйста. Просили все адекватно. Вот, человек четко сказал. Одну базиликовую, без сложности, без ничего. Могу ли получить две пиццы Маргарита? Ой, я не хочу, чтобы этот грязный липкий сыр испортил их. Окей. Маргарита, Маргарита, Маргарита. Да, это с соусом. И просто базилика. Тан-тан-тан. 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 Тан-тан. Собрать. Собрать. Тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Вегетарианская пицца. Двойной заказ. Разрежьте их на 8 частей также. Вегетарианских. Так. Вегетарианский это у нас без. Вегетарианская. Ага. Без рыбы все снова, но с сыром, правильно? Так. Грибы, 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 грибы. Грибы, 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 оливки, 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 лук, 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 перец, 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 перец. Баклажаны, 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 баклажаны. Базилик. Не надо два раза? Не надо.
Базилик, базилик, базилик. Вы знали, что соус пейсты из базилика? Три пиццы, много базилика. Там, там, там. Там, там, там. Базилик, 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 базилик. Базилик, базилик, базилик. Базилик, базилик, базилик. На разрез. Да сюда. Базилик, 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 базилик. Сюда. Разрез. Сюда. Сюда. Та-дам! Ремонт сначала. Ого. Класс один. Хватает на бекон. Желаки в данном фестивале соусовицев или ветчина. Но ветчину потом накопим. Это всего лишь второй день, но ломтик жизни лепешки демонстрирует непоколебимое решимое желание владельца стать мастером пекаря в отношении многих местных да. Да-да-да. Подожди, достижение. О, уже день 5 часов. Испечь 50 пиц спец. Испечь 25 пиц базиликом. Скоро с баклажанами. 30 пепперони. Угу. Угу. Вот их еще нету. Так, соус был таким ароматом, что я не могу перестать думать о нем. Хорошо. Итак, это та пиццерия, которую мой брат твердит, не умолкая. Я слышал, вы кладете соус песто в пиццу. Да. Понятно, отлично. Но мы оба крайней мере согласны с тем, что на самом деле томатный соус предназначен для пиццы, верно? Ну, вы и мой брат оба тупицы. У соуса песто нет шансов против вкуса томатного соуса на пицце. Я собираюсь доказать это. Окей. Намажьте меня беконной пиццей, но не томатный соус, а песто, пожалуйста. Окей. Бекон. Где у нас бекон? Вот он бекон. Я жажду бекона. Окей. Да, это лучше, несомненно. Опускаются слезы, дивные, жемчугами к морскому дну. Так не хочется ей, но придется вновь вернуться на глубину. Я не помню, что это анчоус. У меня есть русалочка дома, нуждаюсь в пицце с анчоусами. Йо, ты мог бы сделать пиццу с изображением твоего любимого животного на ней? Что? Каким образом? Йо.
из начинок. Животное из начинок. Ну, сыром-то надо помазать. Или как? Вот так. Допустим. Глаза. Допустим. Какое животное могу я сделать? Что она поломотит? И что тут, на кого-нибудь похоже? Это ж ни на кого не похоже. Как быть? А, я забыла, что мы так можем рисовать. Допустим. Угу. Кто бы это ни был, это смайлик. Ну никак не животное. Это не умею делать животных. Это отлично. Хорошо. У нас сына намечается вечер кино, но мы бы хотели заказать пиццу сами. Можно мне взять сосиски с луком для себя и сладкий перец с беконом для него? Сосиски с луком. Хорошо. А, мне две пиццы надо делать, да? Ну, сейчас на всякий случай сначала. Сосиски с луком. Угу. Сосиски с луком и сладкий перец с беконом. Я всегда любила зеленый большой, чем красный. Две пиццы с песто, одну со сладким перцем, а вторую с базиликом. Угу. Нет у меня пока денег, отстань. Это на всякий случай, основываясь на недавнем исследовании. Ученые говорят, что 90% населения любят пиццу, остальные 1% лжецы. Мой глупый брат думает, что соус песто делает пиццу вкуснее, но это не значит, что другие думают так же. У меня возникла идея, желаешь узнать ее? Конечно. Я собираюсь посчитать, сколько пиццы ты продашь в ближайшие 24 часа. Если среди них будет больше старой доброй пиццы маринары, а не вонючий песто, я выиграю. Но ставь внимание, марш. Хорошо. Нет, и без разницы. Бекон в глазах смотрящего. Я хочу на это посмотреть. О, я не могли бы вы использовать соус песто? Окей. Вот, пришел человек и свою философию втулил и понятно объяснился, какую пиццу хочет. Все смог. Yes,
Если соус песто способен сделать анчоусы вкусными, он сможет сделать вкусным что угодно. Тебе нужно песто с анчоусами? Или... Нет, стой! Да стой ты! Просто тесто поехало. Которое мне еще выбрасывать придется. Да, я ж миллионер. Все, могу выбросить. Да. Можно его оставить? Нельзя. Ладно. Выбросить. Выбросить. Привет, у меня есть просьба. Я хочу заказать пиццу пепперони, но я не хочу сыр на ней. Окей. А что нам не показывает счет двух братьев? Я жажду бекона, я хочу это с песто, а не с соусом для пиццы. Хорошо. Вообще, там задание не выполнится. Положите 8 моих продуктов на пиццу. То есть я просто любые могу положить. И... ради одного алмазика. И зачем мне это? Мне нравится оливковая пицца без сыра, потому что она выглядит как божья коровка. Хорошо запеченная. Бон аппетит. Я возьму полностью одетую пиццу, но не томатный соус, а песто, пожалуйста. Чё так мало заплатил, да полностью одетый. Запечет печь. Хорошо, нет, хорошо. Чуть ли не весь день потратили, чтобы приготовить пиццу полностью одетую. То задание должно было чуть подвинуться. 8 штучек осталось. Мясо и сыр без соуса, никаких морепродуктов. Я могу получить ее хорошо запеченной. Мясо и сыр. Мясо и сыр. Никаких морепродуктов, да? Хорошо.
если вот я просто так вот делаю, сейчас. Раз, два, три, 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 три. Ну просто. О, и правда выполнилось. О, я обычно не беру овощи, но дам им еще одну попытку, но без лука. Овощи, но без лука. Я так и не запомнил, говорит, и хоть то овощи. Вот, вот это осталось. Тихо. Так много лунного света, чтобы сгореть. Зачем так рисковать ради этой мерзкой вещи? Ты шо, пёс? Что там лишнее, базилик? Вообще вот на этом и закончу.